не плавают. Бросим, наверное, пока копать. Прям на засовочку. Вот тоже оградка. Такая старая, прям вообще сразу видно старая, с коваными, с этими, с наконечниками. Вообще как пики. Сейчас зайдем, посмотрим. Тут вот надгробие деревянное какое. Вот тут вот так вот раньше делали ступаки. А, стулак. Вот, приделали на проволоку. То есть на оградку прям. Вот здесь вот вообще обозначений никаких нет. О, покоится непонятно. А вот, кстати, да, маленькая могилка. Тут, видать, то ли ребенок. Там неохота туда в эти ветки залазить. Посмотреть, там табличка какая-то есть. Ну, тут видно по размеру, по диаметру оградки самой, что тут, видать, ребенок маленький. Ладно, выходим с кладбища. Вот сосны. Тут вот тоже уткнулись, такое интересное место. Котлован такой огромный. То ли что копали, то ли песок копали. Тут, кстати, что-то запищало под елкой. Прям на косогоре. Копаю, копаю. В общем, пищит недалеко. А там вон от березы идут корни. Неохота березу нарушать. В общем, бросим, наверное, пока копать. Итак, в общем, все-таки решил я добить это место. Смотрите, ребят, гвоздь, кованый гвоздь. Вот так вот ковали раньше гвозди. Так, ну все, спускаемся мы. Тут песчаная гора, вот она самая. Косогор такой. Достаточно крутоват он. Можно уехать на жопе вниз. Так, решили маленько металлоискателем поработать. Тут везде все пищит. Уже несколько этих откопали. Колец от печки. Нашли, значит, тут где-то дома стояли рядом. Ну, тут видно, вот стоял тополь один. А тут аэродром был. Вот здесь вот. Вот. Вот мы копанули, в общем. Вот копанули, ребят, от печки. Или от чего это, непонятно. И вот, ребят, копанули тоже. Вот такие вот кольца старые от печки. Вот два кольца нашли. То есть это вот так вот было, вот так вот, наверное, скорее всего. Вот так вот, вот такой вот на печку. И вот кусок железа старого. Пятерочка. Что там? Сигнал есть? Но тут уже дорога. А чё? Да, брат, нужно вырубать. Кусок чаги вот такой. Не знаю, можно, в принципе, и взять его. А вот, Стас, смотри. Вот чага, смотри, смотри. Она по этой растет, видишь? Топорик нужен. Топором надо, но а то нож, ножи сейчас сломаем просто, да? Горная река. Вон, скала такая большая стоит. Пирокатов. Бобров тут много. Вон, Линда, девочка, пить захотела. Грузди собирать можно, сразу солить. Вон, свеженькие какие. Зимние мороженые. Ребят, смотрите, сколько их тут много. Вот, вот.
Прям хорошенькие такие стоят. Вон, вон, их тут по всей поляне. Замерзли, правда. Вот этот вот тоже хороший грусть. У меня уже все червивый. Во! Смотрите, ребят, какая милый. Беленький, чистенький. Стас, смотри. Прям на засовочку. Вот, петля на рябчика стоит. Без петель, без калины можно возвести ее, в принципе. Калины только вот надо было набрать нам вчера калины. Что-то ж прошли мимо. Столько калины много было, встречали. И это... Да еще, блин, манок на рябчика забыли дома. Лезем сейчас в крутой подъем, чтобы поймать связь с миром, с цивилизацией. Опа. Кусты, столько снега. Полно-полно кустов. Непроходимая тайга тут. Дичайшая. Что там нашла? Линдочка что-то нашла. Еще одна петля. Вот, слушай. С нехрома проволока. Петля, Стас. Ее только возвести. Ну, да. Калины только набрать. И все, и можно, в принципе, добыть рябчика. Линда, Линда. Что-то заметалось. Что-то учуяло, наверное. Одни завалы. Что, нет связи? Есть? Нихуя не грузится. Не грузится. В общем, связи тут, наверное, нету. Вкусный снег, Линда. Ну все, подошли к избе. В общем, поймали связь. Поговорили с родственниками, что все нормально. Все спокойно. Ой, это кто? В общем, сейчас будем готовить суп. Потому что второе мы ели вчера, сегодня будем суп. Так, сейчас накормим собачку нашу. А льда кушать, а льда. В общем, стушить. Сейчас тушим картошку с тушенкой, с луком прям сделаем. Вот в чугунке сейчас прям забабахаем. Много не будем, да? Но. Вот и чайничек закипел. Что тебе полную? Тушенка. Тушняк, тушняк. Говядина. Ну, в принципе, хватит, но вот две вот таких тушеночки запустим. И нормально стушится у нас еще две луковицы. Вот, нулевая температура на улице. Самый раз водички у нас, в общем. Все по-цивильному, да? Все как дома. П-38, открывашка армейская.
нам гости едут. На квадриках, походу. Линда, ты что замолчала? Линда, фу! Ты что, с Мичинска? Нет, привет, только едем. А, вы только на Мичинск? Давай. Удачи вам доехать, чтобы все спокойно было. Приезжали ребята, поехали на пятые мячи, налили чаю им, отдохнули и поехали дальше. Ехать им где-то с час, наверное, с два. А ну да, смотри. СССРская. Тушеночка. Не, я ее раньше, кстати, постоянно брал, а потом она и испортилась вообще. Ну, вот я потом перешел на ову. Так, лучок маленько тут подгорел. Высыпаем. Блядь, о, сейчас мы стушим, у нас тут все будет кайф, будет очень вкусно. Нормально. Нормально должно быть. Угадал прям с солью вообще. О, вот такой вот прямо изумительный вкус, ребята, прям. Ух, на, спробуй, Стас. Да. Линда, вот у тебя уже обед. Был завтрак, сейчас обед. Линда, на. Погоди. Держи. Вот цвет какой, ребята, насыщенный прям. Ух. Тушеная карта. Сейчас маленько потомится. Давай накроем это все дело, чтобы потомилось маленько вот так. Сейчас, ребят, покажу вам обзорчик небольшой баньки. Такая тут банька стоит. О. Бараньи рога висят на медальончике. Вот сама банька. А тут рога лоси. Ну, сейчас зайдем внутрь. Два кресла, дорожка. Ну, баньки лет 5, наверное, где-то от силы. Банька новая. Вот, друзья, вот такая вот банька, когда народу много сюда заезжает на охоту, на рыбалочку. В общем, когда места в избушке нет, ночуют люди здесь. Тут вот бачок, труба, бачок. То есть для горячей воды. Тут вот, видать, шланг, спускник и печка с камнями. Вот так вот. Полок. Тут вот лавочка, полок, где парятся. В общем, вот такая вот, ребят, банька. К столу! Прям как в армии, короче. Все ждут обеда. К столу. О, какой супчик, ребята. Закачайтесь. Так. Все? Все, кто смотрит, ребята, приятного аппетита. Все. Наряды. Давай. За то, что мы добрались. Понял? А если бы сварили с лапшой, не то бы вообще было пальто. Хорошо, что я не стал это с лапшой. Бы еще бы рыбку, да? Ночью замутить рыбу. Да. За поход. Чаю? Угу. А здесь у нас все есть. Вон Стас решил затопить избушку. Прогреть надо, а то выстудили тут за день. Темно на улице.
Сейчас скоро будем укладываться спать. Видно, как можно снять. Маленько посидим и будем спать. На улице уже достаточно темно идет. Небольшой снежок падает. Ну все, в эту сторону. Какой, верхний, нижний? Верхний. Куда стрелять? В воздух. Водички решили спить. Решили попить воды, а воды, о, пошла, оттаивают. Слушай. Доброе утро, ребят. Утро 4-го дня. Вчера, в общем, снимать ничего не стал. Да и никуда особо не ходили. Сейчас вон приехали ребята. Заехали. То есть с Мичинска ехали. Решили заехать к нам. Сейчас вон дровишек наготовим. Там вон они за березой поехали. Лишь бы на складок не пошла бы. А, нет, заебок пошла. Нормально едет, да? Но. Ребята, походу, сели. Так, ну что, ребят, связь с цивилизацией нашли. Вон Ванек заводит квадрик. Ванек. Всем... Всем привет! Перевернем, братан. Перевернем квадрик.
ребята ломятся. Да все, Ванек, пошли и так сходим. Подожди, давай. Так, собираемся в тайгу. Кто-то едет. Да, они, в принципе, не нужны. Ну, а прохладно, кстати. Ремонт караката. Доработки. Доработки. Чё в кайву, ребят? С нами Макс. Всем привет, скажи, батя, привет. Привет, батёк. Вот так вот, ребята, проснулись, река большая, в общем, верховья дожди, река поднялась. Походу, мы тут надолго останемся, да? Абсолютно надолго, на недельку точно. Готовим. Перекусить маленечко. О, видишь, это пули перескочили, все, сейчас нахрен. А Юлька сегодня танцует. Вот так вот квадрики плавают. Ну короче, мы не лохи, мы Да не снимай, давай. Хуярю, блядь, на 4WD, девчонки, прикинь, на задке просто везде выезжаю. Я просто, мне прям стыдно, прям, прикинь. Здорово. Сажался вот